Виктор Михайлов. Ну, а это главный арбитр сегодняшнего матча Игорь Бошко из Кишинева, который дал старт сегодняшнему матчу. Слева направо будет атаковать Милсами. Но это мы смотрим удар Регилушки. Вот здесь. Сам сначала решил пробить Александр Антонюк Дуланту. К воротам проходит этот пас на Бруно Филиппе. Красиво, технично, бразилец. Скидка и прощает Ян Сане. Милсами, ну вот сейчас Малиец простил. Давайте смотреть великолепное действие Бруно Филиппе. И зряче скидывал. Глаз пока. Люксембуржец, подача. Опасно летит мяч. Дедов подключается, ждет. Нет, другой вариант выбрал. Антонюк штрафной. Это может быть очень опасно. Прострел и мяч в воротах. Сергей Истрати, выйдя на замену, забивает. Силами желания. Хорошая передача, скидка, нужно забивать, и не получается удар. Гедыш подает удар Седрика Бадало, точно в створ, но потом поиграл в Украине за футбольный клуб Львов. Было предупреждение, да, мне говорят, у Халида. Еще раз смотрим. Удар Себастьяна Тиля и очень странного удаления Басит Абдул-Халида. Передача на направлении Трауре, умудрился через себя пробить. Но пока 0-1. Шанс упускает Шериф. Давайте смотреть. Вот здесь серия отскоков. Бадало оставляет мяч Пернамбуко. Да, в штангу. Штраф основного времени. Бадало разворачивается, бьет Седрик Бадало на месте. Эмиль дает финальный свисток. Игорь Бошко. Шерифу уступает Милсами. Я думаю, что будет.